Сейчас ведутся работы по асфальтированию последнего участка трека в районе Дельфинария. Таким образом, велосипедный маршрут продлится до речки Анапки. Его протяженность составит 2 километра. В течение ближайших дней здесь предстоит уложить более 1000 квадратных метров асфальтовой смеси. С другой стороны велосипедного маршрута сотрудники Ремстроя меняют бордюрный камень в проездах к пансионатам и благоустраивают прилегающую территорию. В данный момент на Пионерском проспекте происходят уже финальные работы, подходят к концу. То есть сейчас происходит засыпка землей бордюров, докладывается тротуарная плитка, прометаются швы, то есть работы подходят к своему концу. Все работы должны быть полностью завершены до майских праздников.